О крупном пожаре в поселке Шмидта стало известно рано утром в 4:50. Первым загорелся жилой дом на площади в 250 квадратных метров. Во время тушения произошел взрыв газового баллона, который перелетел через несколько зданий. Из-за этого образовался еще один очаг возгорания. Через несколько часов площадь пожара возросла до 1300 квадратных метров. Предварительная причина пожара – это аварийный режим работы электропроводки в жилом доме по адресу Железноводская, 23. То есть мужчина пытался потушить пожар, он поставил чайник, отошел, вернулся, уже увидел, что происходит горение, пытался потушить, но у него не получилось, вызвал пожарную. Сотрудники МЧС работали в сложных условиях с угрозой для жизни. Вытащили с места пожара 32 газовых баллона. В общей сложности пламя уничтожило 10 домов. Проснулись в 5 утра от запаха гари. Успели, поняли, что горит сзади сосед. Успели эвакуировать детей. У нас прилетела соседка на первое время. Мы пока живем, будем пока у соседки находиться. С тремя детьми и совершеннолетние все. Администрация железнодорожного района развернула пункт временного содержания для погорельцев. Жителей домов, пострадавших от пожара в поселке Шмидта, разместили в школе номер 134. Анатолий Головко, Константин Головин. События.